Спустя более чем две недели после ксенофобских и ненавистнических заявлений Марины Андони и Рады Дудковича в адрес Александра Стоянугла, оппонента Майя Санду, Совет по вопросам равенства отреагировал на жалобу политического активиста Влада Белецкого. По мнению властей, заявление двух ярых сторонников ПАС представляет собой подстрекательство к дискриминации и оказывают негативное влияние на общественное мнение. Согласно документу, подобные сообщения сторонников ПАС могут быть крайне вредоносными, и, исходя из этого, материал будет передан в полицию. Также некоторые из наиболее активных членов ПАС оскорбляли граждан, не поддерживающих так называемый «европейский путь страны», выступая с дискриминационными заявлениями против кандидатов в президенты Александра Стоянугла из-за того, что он гагауз. Общественность на это отреагировала резко, раскритиковав их поведение и потребовав для них наказания, подчеркивая, что такие заявления способствуют расколу и разжигают межнациональную ненависть. Только после такой реакции власти приняли меры, подвергнув нарушителей штрафам в размере не менее 1000 леев. Хотя по закону в таких случаях максимальный штраф составляет 4000 леев.